Приветствую, друзья. Приходил сегодня Острецов Игорь Николаевич, но мы с ним так заговорились, что поэтому не было возможности запись сделать. Но он завтра приедет ко мне опять в 8 часов вечера, и мы обязательно сделаем запись и вам покажем. А дело вот в чем. Дело в том, что меня интересует один вопрос. Что значит рациональное с его точки зрения и иррациональное? Потому что для меня иррациональное – это состояние, когда логике не подвластны события. Логике не подвластны, и это междисциплинарное событие. Это открытие делается только на стыке дисциплин различных. В одной логике какое-то открытие или изобретение не сделаешь. Но это мы объясним. Но самое интересное, что он расскажет по этому поводу, потому что я ему при вас задам этот вопрос. Вы готовьте после ролика, который вот я сейчас выпущу, вопросы, которые вы бы хотели, чтобы я задал Игорь Николаевич. Чтобы он посмотрел эти вопросы, я ему покажу, и он на них тоже вам ответит. Вот так мы сделаем. Договорились? До встречи.